Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это очередной набор Лего мини-фигурок. Добрались они в Украину за 30 дней, в общем, добирались они. Довольно-таки долго. Трек отслеживался только на территории Китая, но по Украине не отслеживался. Я, в принципе, не знал, что они на почте. Зашел на почту, спросил. Мне их выдали. Ну, вот такой вот наборчик. Очередной наборчик. Лего мини-фигурок. С такими большими подставками. Опять какие-то полицейские. Вижу шляпа шерифа. Здесь вот такая кепка. Какой-то он очень злой. Серьезный парень. Вот такая вот шляпа. Итак, количество их 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. 8 штук. Стоимость около $8. Добирались почти 30 дней. Еще раз хочу напомнить, что фигурки качественные. Заказывать стоит. Так как если ребенок интересуется этим, у нас такие, например, не купишь. Таких у нас в продаже просто нет. Да и же если и есть какие-то другие, то цена практически даже немного дороже. Но там у нас с коробкой идут и с какими-то карточками, которые в принципе нафиг не нужны. На этом все. Ссылка будет в описании. Всем спасибо. Пока.